Депутаты ужесточают контроль за владельцами оружия в России. В Госдуму внесен проект с новыми понятиями и категориями. В документе указано, что владению оружием могут препятствовать медицинские противопоказания. Конкретный перечень болезней установит правительство Российской Федерации. Как и раньше, для оформления разрешения на ношение оружия нужен медосмотр, но он будет проходить по-новому. Справки для лицензии могут выдавать только государственные клиники. В составе освидетельствования химико-токсикологический тест для выявления в организме наркотических средств или психотропных веществ и психологическое исследование. Результаты медосмотра внесут в единую базу данных. Бумажные справки в итоге будут упразднены. Также реестр с результатами осмотров будет доступен Росгвардии. В крайней бедности находятся свыше 7% жителей Курганской области. Они получают менее 7 тысяч рублей в месяц, что не превышает 40% от медианного дохода в регионе. По международной методологии люди с соответствующими доходами относятся к этой категории. В регионе еще 55 тысяч жителей с доходами от 7 до 9 тысяч рублей. Они находятся в бедности. Почти столько же тех, кто получает от 9 до 10,5 тысяч рублей и балансирует на границе бедности. В Верхней Пышме проходила 10-я спартакиада УГМК «Здоровое поколение». Шадринские школьники успешно выступили на соревнованиях. В детском форуме приняли участие 240 спортсменов 12-13 лет из 14 городов, где расположены предприятия Уральской горно-металлургической компании. 17 из них представляли Шадринск. В спортивную делегацию вошли шахматисты Дома культуры «Созвездие», легкоатлеты «Дюш» и ребята, занимающиеся в секции настольного тенниса АО «ШААС». Поездку детей на спортивный праздник организовал Шадринский автоагрегатный завод. В общем зачете из 14 команд шадринские школьники заняли 6-е место. Сборная получит от УГМК сертификат на приобретение спортивного инвентаря. В Зауралье ищут незаконные врезки в водопроводы для решения проблем с нехваткой воды. Жители подключаются к сетям и тратят питьевую воду на огороды. Однако система водоснабжения не рассчитана на полив приусадебных участков. В результате создается искусственный дефицит воды. К примеру, в Шадринске вода перестала доходить до верхних этажей домов в центре города и в поселке Осеево. Вместе с тем жители области просят сообщать о незаконных подключениях в местной администрации. В Кургане открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он работает в МФЦ по адресу улицы Куйбышева, 144, строение 41. Курганцы могут привиться с 9 часов до 11:30 и с 15:30 до 18 часов. Предварительная запись на прививку не нужна. С собой необходимо взять паспорт с НИЛС и Медполис. Иммунизацию проводит бригада сотрудников поликлиники номер 2. Медики также предварительно проверяют состояние здоровья пациентов. Средняя пропускная способность пункта 70-80 человек. При увеличении потока желающих вакцинироваться, вакцину могут быстро доставить из медучреждений. В России планируют ввести учет домашних питомцев и мониторинг бездомных животных. Президент Владимир Путин поручил подготовить законопроект правительству. Документ должен быть разработан до начала декабря этого года. Также Кабмин определит порядок передачи кошек и собак в приюты и регламент разведения и содержания диких и домашних животных. Кроме того, дано поручение внедрить систему реагирования на сообщения об издевательствах над животными. Правительство уделит внимание стимулированию добровольной стерилизации, вакцинации и маркировки животных. Проработается и вопрос финансирования расходов регионов на выполнение этих норм. В Шадринске следователи проверяют информацию о падении ребенка в люк. Мальчик провалился в открытый канализационный колодец возле водозаборной колонки по улице Володарского. Мать ребенка опубликовала в соцсетях видео, на котором показала люк, куда упал мальчик. Он был прикрыт строительным материалом по типу ДСП. Областным следственным управлением Следственного комитета России организована доследственная проверка. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям тех, кто отвечает за содержание и эксплуатацию люка. После установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.